На центральном рынке заработал мясной корпус. Его отремонтировали после пожара, который был в ноябре прошлого года. Все восстановили. Крышу под куполом отреставрировали, покрасили и покрыли лаком. В корпусе новые окна, светильники, электропроводка. Везде установили современные торговые киоски. Вы можете обратить внимание, что даже вывески сейчас очень красивые, яркие и в одном стиле находятся. Расширили киоски, сделали все возможные условия, вывели каждый киоск канализацию. Нам удалось сберечь столы, они находятся в отличном состоянии, их подготовили к открытию. Все оборудование проверено и готово принять всех предпринимателей. В отремонтированном мясном корпусе почти 70 торговых мест. Это помимо павильонов. Для удобства продавцов мясом здесь установили новые дубовые разделочные столы. Ну а бакалейный корпус пока еще закрыт. Там идет реконструкция. Открыть его планируют летом.